Горох. В целом все вроде бы неплохо, но когда обрабатывали пульсаром это поле, у нас так получилось, что пошли дожди. И не получилось это поле обработать сразу за один день пульсаром. Потому что пошли дожди. И мы здесь уже работали частями. Работали там, где не было дождей. То есть переезжали. Когда мы сюда вернулись, здесь уже фаза немножко ушла. То есть здесь было там не два листочка, а четыре и больше. И мы практически мгновенно получили стресс на горохе. То есть у нас вегетативная масса начала бледнеть, то есть она побледнела от пульсара, но в то же время вегетация не прекращалась, она продолжалась, перетяжек никаких на корнях не было. И сейчас уже картина намного лучше, то есть горох отходит. Ну, думаю, что если сравнить высоту растения, то, наверное, разница есть, потому что вот он, горох, который был обработан. Это краевая была обработка по кругу. Когда мы этот горох, он у нас на разворотной полосе, то, что мы обрабатываем в первую очередь. А здесь горох, это уже перекрытие или более позднюю фазу. Естественно, значительно ниже. Но ниже может быть процентов на 20. Если так посмотреть, да. Присаживаем. Но в то же время вегетация продолжается. И как бы он, скорее всего, отойдет. В основном проблемы по фитотоксичности, они возникают в жаркие периоды времени. Когда это может очень сильно повлиять на урожай. Если же погода стоит оптимальная, дождливая, то потери урожая можно не заметить.